приближаемся к пункту назначения. Какое популярное место? Кто знает, что это? И где это находится? Итак, вы уже, наверное, поняли, куда мы приехали. Озеро Родник Голубое. Здесь разрешается посещение, посадка леса, сенокошение, благоустройство и научные исследования. Давайте сделаем вид, что мы занимаемся научными изысканиями. Запрещается водозабор. Интересно. Ну ладно. Итак, мы подъезжаем к озеру Роднику Голубое. И на пути мы встретили разные препятствия. Перерыта дорога местами, специально, чтобы люди не проезжали. Не знаю, какая в этом логика, но пришлось нам оставить машину. Сейчас мы пойдем туда пешком. Так, всем привет! На канале «Домашние веселушки». Воскресенье. Мы идем пешком на озеро Голубое. Давайте посмотрим, что оно из себя представляет. Вообще здесь безумно красиво. Сейчас все покажу. Ну, во-первых, вот такие скалы. Все очень-очень живописное. Если вам интересно нас смотреть, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Всякие предупредительные таблички, типа купаться запрещено, штраф до 4000, вот я бы искупалась. На улице плюс 35, очень сильно печет солнце, так что простите, что я в очках. Приближаемся к месту. Сейчас вы все увидите. Вот эти люди приехали насладиться красотами Голубого озера. Я рассчитывала встретить больше людей, потому что мне казалось, что машин вообще вдвое больше. Но, видимо, все остановились, и дальше мы пошли. Вот смельчаки купаются, несмотря на запреты. Здесь даже сделали какие-то мостки. В общем, наша страна сама себе противоречит. Мостки для купания есть, купаться запрещено. То есть, получается, если поймают, то 4000. А так можно. Вот, кстати, опять табличка предупредительная. Зажигать костры здесь тоже запрещено. Давайте посмотрим на воды озера. Глянем, что здесь в глубине. Здесь вода особенно чистая. Здесь видны ключи, которые бьют со дна озера. Она протекает рядом. Здесь, скорее всего, можно купаться, хотя она заросшая такая, течение практически не чувствуется. Я бы вообще подумала, что это озеро, а не река. Народ гуляет вовсю. Очень красивые склоны, поросшие цветочками. За кое-кто забрался высоко на скалы. Конечно, если ехать не в такую жаркую погоду, вон Лиза уже тут вся взмокла, наверное, детям трудновато. Так что, если поедете с детьми, продумывайте либо утро, либо вечер. Место открыто, спрятаться в тень негде. Такие красоты здесь. Остатки старинных мостков, видимо. Вот за что я уважаю наш народ, за то, что они все экстремалы. И их много. Нет, чтобы поехать на какое-нибудь более удобное озеро. Кандыркуй, Асвыкуй. Они приехали сюда, чтобы испытать острые ощущения от воды. Как вы видите, здесь очень много контрастов, как и везде в Башкирии. Прекрасное и грязное, запреты их нарушения. Большие следы цивилизации в красивом месте. Или же так люди выражают свой протест против этих вырытых ям с невозможностью подъехать. Как всегда, у нас все странно, и чтобы усложнить людям путь, насыпали вот такую гряду, здесь все перерыли, накидали бетонных блоков. Пожалуйста, проезжайте как хотите. Поэтому
многие оставляют машины здесь и идут пешком. Так что я обязательно всем советую сюда приехать, посмотреть на это озеро. Ну, купаться, наверное, не обязательно, но тихонечко можно. Так что на этом все. И всем пока!